Здравствуйте, меня зовут Ольга, и большую часть года я проживаю в солнечной Болгарии. Я очень много путешествую по этой стране, но и также помогаю людям организовывать здесь удачный отдых. И сейчас мы находимся в Приморске, это небольшой курортный городок на юге Болгарии. Здесь мы провели 3 дня вместе с сыном и жили в гостевом доме. В одном из гостевых домов, которых огромное количество, так же как и отели в этом городе. И я хочу сделать обзор номера, в котором мы ночевали. Вот это дом гостевой, гостевая кышта, в которой мы остановились. Такой, сколько здесь получается, 5 этажей по-нашему, но на первом этаже не живут, не жилой. Там такие помещения общие. Вот, и внутри комнатки для отдыхающих, типа квартир, да, там получается. Раз мы начали разговор на балконе, то давайте и посмотрим. Я сейчас вам показываю вид с балкона. Мы находились на высоком этаже. Улица очень спокойная, несмотря на то, что тут много отдыхающих. Много магазинов, пекарен, кафешек, даже не доходя до центра города, до пляжей. Достаточно близко. Ну и на балконе здесь находится вот такая пластмассовая мебель. Очень хорошо посидеть вечером. Обычно мы здесь ужинали, завтракали. Так, и сушилка для белья. Ну а сейчас заходим мы с вами в комнату. Значит, комната одна, двухместная кровать здесь стоит. Очень приличное белье. Ну вот я оставила полотенце вам показать, да, белое. Вот, значит, белье было цветное, но тоже вот светлое. Кресло. Вот, кондиционер, естественно. Чайник у нас был электрический. Мы пьем Билков чай. Телевизор. Тумбочка, ну, достаточно все просто, но абсолютно функционально. Так, холодильник. И здесь есть шкаф, бельевой шкаф. Вот такой двухстворчатый. Вот. Ну и, наконец, заходим мы с вами в баню, как это называется у болгар. Одновременно включается свет и вентилятор. Находится здесь, естественно, унитаз, мусорное ведро, раковина. Вот, выдаются мыло, шампуни одноразовые. Ну и душ, болгарский вариант. Вот, в принципе, при том, что очень много времени отдыхающие сюда приезжают, проводят на пляже, где-то гуляют вечерами, то, конечно, я не знаю, на мой взгляд, вполне все было хорошо, естественно, тем более, что прекрасная цена. Значит, вот за этот номер, в общем-то, сейчас уже идет сезон, мы платили по 15 евро в сутки. Так, ну, наверное, это все. Больше показывать мне вам нечего. Так что судите сами. Буду рада прочитать в ваших комментариях, что вы скажете, какое у вас мнение по поводу такого номера. Понравился он вам, не понравился? И насколько удовлетворило бы это ваши вкусы? Кстати, да, вот я еще обратила внимание, что здесь вот такие шторы очень удобны, да, потому что и от солнца, которое здесь очень яркое и очень жаркое,
они закрывают, там на окне тоже жалюзи, вот, ну и, соответственно, вечером, да, то есть вот это окно не просматривается насквозь, и можно чувствовать себя здесь свободным. Нам очень понравилось в этом гостевом доме в Приморске. К тому же и пляжи здесь просто прекрасные. Обзор пляжей вы можете увидеть на нашем канале. А в этом семейном отеле есть 2, 3 и 4 местные номера. А если вы хотите отдохнуть в Приморске, обращайтесь, и мы с удовольствием поможем организовать ваш отдых.